Dividendo da per Селение Поголь. Скоро будет начало представления. Все волнуются. Перед представлением будет служба, месса. Дай нам, Боже, справиться с нашей задачей, сделать хороший спектакль и доставить людям удовольствие. Вот этот священник будет играть турка в спектакле. Вот благодаря такому единству, очевидно, они и выжили. В стране басков установлено, что ни один житель Басконии не может продать ни свой дом, ни свою землю. Все принадлежит общине. Он может ее отдать своему другу, тоже баску, но ни в коем случае не иностранцу. Петте Башабуру. Об этом этот спектакль. Этот флажок означает, что сцена сменяется. Нам грозит опасность. Чужаки появились. До сих пор мы жили спокойно, и вот пришла беда. Что делать? Эти молодые люди изображают нечистую силу.
Что нам сделать, чтобы посеять зло? Посеять зло в этой стране будет трудно. Но мы постараемся. Кто нам поможет? Уповаем лишь на Тебя, Господи. Вот они, турки. Турками, я подчеркиваю, баски называют всех, кто не желает им добра. И вот соблазнили девочку. Видите? Напилась. Боже мой, что с моей девочкой? И вот так называемые турки прибыли, устроились. Сирений Элет. Праздник продолжается. С самого детства баски учатся танцевать. Особенно девочки. Это особая порода пастушеских собак, которые обучены следить за стадом, за коровами, за баранами, за козами.
Так. 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 Так.